Всем привет, с вами Патрик Миша. Сегодня мы будем играть в Brawl Stars. И у нас в Brawl Pass тут что-то еще осталось. Нет, не осталось. Что у нас тут в магазине? Так, новый значок. Тут же за деньги значки продавать начали. Я думаю, это уже все. Последний раз летом продали, и все. Оказывается, еще будут. Так, опять кредитов. Как же много. Так, все. А, так, по квестам что у нас? Как всегда, ничего не выполнил. И вот столько мне надо. О, кстати, картинка. Я только сейчас заметил, что как ось собрал пасе, такая же. Это. Так. И 30-й сезон, интересно, какой будет. И еще давайте по новостям. Разработчики сказали в шорте своим последним, что если по голосованию будет 50 на 50, то мы получим все одинаково. Да блин! Надо, чтобы кто-то проголосовал. Так, для участия. Все. И говорят, какой-то бравлер новый появится. У него из двух букв имя. Так, что у нас тут? Давайте в дуэли тут у нас. Так, ой, тут уже можно Пайпер менять. На кого? Давайте на Кольта. Тут вообще не подходит. Берем. Кого берем? Ладно, берем Лили. А первого возьмем. Не знаю, Честер пусть будет. Все, давайте. Новый пик, но только. В первый раз у меня Честер был, но поменялось. Ну, все бойцы поменялись. Только не помню, у меня в дуэлях он был тогда. Давай. Легко. Капец, я просто быстро двумя и тремя. И все. Да что за легкотня вообще? Ну так, базик. Ты наш бас. Эй-эй-эй! Все равно очень легко. Давайте следующая катка. Тут первая Анжела. Опять меня бесить будет. Но попытаемся как-то этого комара убить. Так, стоп. Комарик. Давайте. И. А, ну, попытаемся как-то. Тут комарик круто играет, но жить ему недолго осталось. Тут Мэнди у нас следующая. Давайте. Так. Так. Тут уже Нани, как в прошлой катке. Я думаю, он по тому пойдет.
А ну ладно, соберем и... И... Все. Легко. Фух. Ну, вообще... Вот если бы у меня были заброшенные аккаунты, на которых можно было проголосовать, то бы я уже мог. Я мог это... А... Тут кошар уже стопудово в коробке. Он в тех кустах. Но тут он точно не может быть. О, я же на втором могу своем проголосовать за пристар. Да блин, почему по 250? Могли бы поменьше. Я бы выиграл. Давай ты где? О, он тут, он тут. Фух. 80 хп. Тут Мэг это, ну, очень сильно это было ожидаемо, что я проиграю. А, она тут стопудово. Да блин. Фу. Ну да как? Если бы этой Мэг не было, я бы уже давно затащил. Так, кошара, естественно. А, тут уже у него третья. Ну ладно. Давай. Котик, сюда иди. Он не знал одного момента, что я его убью. Я что-то не понимаю. Или... Нет, тот же противник попался. Ладно. Давай. Все. Ну, мне уже габелла будет. Ну что, я могу просто закрыть тут. Поиграть, но все равно я не смогу. Я попытаюсь. Токсик. Что тут следующее? Эпический. Не, просто можно мифик или легу? Стоп. Не тот же противник попался? Вот этот. Чувство, что они брат. Брат просто близнецы. Только они два бойца одинаковых, а потом нет. Если в этой катке будет первый кит. А нет. Но я бы удивился очень круто. Блин, зачем я эту? Ладно. Тут Бэмми сразу хотел убить. Тут у нас Лу, а потом будет тоже Честер. Да блин. Фух. Так, все, тут Честер. Один на один играем.
Они, у него сила поменьше. Надо было мне базарить меньше. Все эти призвали. Все. Да как? Последняя надежда только на кольта. Блин, что так подлагивает? Третью катку подряд сливаю. У меня слов просто нет. Мика. Давайте. И пил. Все. Тут у нас Сэм теперь. Если проиграю, я просто не удивлюсь. Меня Эмс даже вынести сейчас может. А, нет! Выиграть смог. Будто за 10 лет в первый раз выиграл. Тут у нас Габс первый. Но все равно Мэг тут присутствует. Не, если я проиграю, я сейчас на Мэг реально это сменю. Все. Минус Габс. Амбер тут. Ну, Амбер я с трудом. Ну, смог, но с трудом. Мэг-то сам главный босс. Ну, просто я ни разу еще не выиграл, когда она у меня в, это, в катках была. Ну, все, уже налили эти, шансов даже нет. Просто подходить и бояться ее. Без шансов. Ну, чё? Я просто не знаю, как с Мэг уже бороться в этих дуэлях, потому что ее выиграть невозможно. Это было ожидаемо. Заклятая вообще никого не вынес. Его и меняем. Просто сам тупой боец. Если в дуэлях брать, то он сам тупой. Все. Давайте. Если эту катку проиграю, я просто весь пик сменю. Мика, Клэнси, Эдгар. Просто два последних самые сильные ближники. Давай, Мика. Да как? Нафиг эту обезьян просто в игру добавили? Минус. Тут Клэнси у нас. Давайте. Минус Клэнси сразу. Я даже не ожидал, что я сразу его вынесу.
Что-то сильное слишком, Мэг. Да как? Все, я просто всех меняю. Ладно, это видео подходит к концу. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Ну и на этом всем пока-пока.